Не только учить, но и сохранять здоровье детей. В Саратове завершился 6-й Всероссийский форум педагогов по здоровьесберегающему образованию. На мероприятие съехали специалисты из разных регионов страны. В рамках круглых столов и дискуссионных площадок педагоги делились опытом по обеспечению безопасности образовательного процесса. Активно обсуждались внедрение по всей стране сдачи физкультурно-нормативного комплекса ГТО. В области работа по формированию здорового образа жизни у школьников проводится уже в течение 15 лет. В рамках проекта модернизации региональной системы образования школы получили новое оснащение спортивных залов. Кроме того, на базе областного института развития образования курсы по повышению квалификации прошли более 11 тысяч педагогов региона. Главная отличительная особенность здоровьесберегающей педагогики – это приоритет здоровья среди других направлений работы школы. Она требует последовательной работы по формированию здоровьесберегающего образовательного пространства. В таком пространстве обязательным является использование всеми педагогами здоровьесберегающих технологий. Только тогда получение учащимися образования будет происходить без ущерба для здоровья.